Воспитанников детского ясли-сада номер 65 стражи порядка поздравляют уже не первый год. Игры, подарки, хороводы и сюрпризы – все это вот уже на протяжении 5 лет неотъемлемые атрибуты новогоднего праздника с участием правоохранителей. Кстати, не случайно сотрудники департамента выбрали именно это дошкольное учреждение для проведения традиционной благотворительной акции. Все дело в том, что в саду воспитываются группы детей с особенностями психофизического развития, для которых важно получать поддержку и внимание. В рамках республиканской акции «Наши дети» сотрудники Ленинского отдела охраны осуществили сбор денежных средств и решили порадовать детей учреждения образования «Детский сад номер 65». Это акция двухсторонняя. Воспитывая маленьких детей и участвуя в их воспитании, мы в том числе поддерживаем нормальный здоровый климат в коллективе, поддерживаем добрую традицию Министерства внутренних дел. Каждый год гости приходят к своим маленьким подопечным с не пустыми руками. Мало того, что с подарками, так еще и сюрпризом. На этот раз им стало появление сторожевого пса Тоси, который, по словам Сергея Малича, помогает людям в погонах в их нелегких трудовых буднях. Тоська настолько понравился детям, что они тут же стали водить с ним хороводы вокруг красавицы Ели и петь новогодние песенки. Дети всегда очень рады и довольны, потому что всегда интересно что-нибудь новое, яркое, да? А встреча, данная встреча, это всегда праздник. Праздники любят, наверное, все, правда? Дошколята тоже не остались в долгу и приготовили для своих почетных гостей праздничное представление, в котором одной из главных и самых ярких фишек стала новогодняя песня, которую они спели дружным хором. Сотрудники отдела департамента охраны Ленинского района надеются, что эта добрая традиция, которая успела сформироваться и укрепиться в дошкольном учреждении, принесет еще немало радости и положительных эмоций.